Бисмиллахи рахмани рахим. Хайрлы һәм матур кишләр теләп, бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенең һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының бүгенге программасын башлыйбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачылар. Халкыбызның үзенчәлекле аш-су мәдәнияте халкыбызның бір матур элементі болып тұра. 20 август күні Бүздәк түбәге, Бүздәк ауылында һәр йыл үтә торған Бәліш фест бәйрәме үткәрелде. Бәйрәмнең төп ойыштыручысы Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясы һәм шәхсән милли мәдәни автономиясының совет җитәкчесе Утяшева Римма Әмир улының матур гамәлләренең бер күрсәткечедер. Шатланып килдек бүген 5-нче тапкыр Бүздәк бәлешенә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Иң беренче республиканың җитәкчесе Раиф Хабировка ул бит инде әйтте, һәр районның благая тиеш үзенең менә шул үзенә хак бер проект. Менә Бүздәкнең йөзе булып чыга инде хәзер Бәлеш. Аларда күп ниләр бар проектлар. Ләкин менә без аны бергә эшләп, район администрациясе, үзебезнең автономия белән эшләдек. Шундый матур зур бүген бәйрәм. 5-нче тапкыр үткәрә, ә шундый матур итеп 1-нче тапкыр була. Мин зур рәхмәт әйтәм үзебезнең хөкүмәткә, республика җитәкчесенә, Бүздәкнең администрациясына һәм үзебезнең коллективка, үзебезнең коллегаларга. Безнең Бәлешләр һәр вакытта шулай тәмле булсын. Бүздәктә бәйреш бәйләме бер вакытта бетмәсен. Зур рәхмәт. Бәлеш фест бәйрәме Башкортстан хөкүмәте, Бүздәк төбәгенең хакимияте һәм Бүздәк халкының ярдәме белән дә оештырылды. Ә инде хәзер сезгә хөкүмәт әгъзаларыбызның, Бүздәк халкының һәм кунакларының хисләре белән уртаклашырга тәкъдим итәбез. Моя миссия здесь гость. Я с удовольствием поприсутствовал на этом мероприятии. Попробовал несколько бәлешей. Все разные, но все удивительно вкусные. Открытием для меня сегодня был свекольный квас. Удивительный напиток. Удалось посетить все национальные подворья. Удалось посетить прекрасный концерт. Открытие такого, можно сказать, памятника бәлешу. Ну, все люди, зрители реагировали очень эмоционально и очень доброжелательно. Удивительного масштаба мероприятия, во-первых. Во-вторых, удивительной атмосферы. Здесь настолько многонационально и настолько профессионально и настолько душевно все сделано, что настроение у всех присутствующих просто потрясающее. Подобные брендовые мероприятия нужны во всех районах, во всех муниципалитетах. У нас каждый район индивидуален, везде, конечно же, многонациональный состав, но свои традиции, свои какие-то местечковые изюминки есть везде. Их нужно развивать, это потому что часть нашей истории, культуры. Ну и вообще на этом можно строить экономику, потому что подобные фестивали, они помогают и предпринимателям индивидуальным, и помогают самозанятым. Вообще, конечно, это культурное мероприятие плюс ко всему. Для населения республики значимость такого мероприятия переоценить сложно, потому что здесь показывается идентичность наших муниципалитетов. И здесь бренд «Беляш Фест» – это огромная и, с одной стороны, и ответственность, и бремя, с которой жители Буздякского района и организаторы мероприятия с достоинством справляются. В этот прекрасный день, в этот большой праздник мы видим полное согласие и межнациональное, и межконфессиональное. И здесь участвуют все национальности, проживающие и на территории района, и на территории республики. Поэтому однозначно это и для молодежи, и для населения всей республики праздник очень значимый и, без сомнения, очень полезный. Такие фестивали в республике Башкортостан становятся имиджевыми, брендовыми, подчеркивают территорию, ее особенности. Сегодняшний фестиваль собрал несколько национальных подворий. В этом нам помог Дом дружбы народов. Историко-культурные центры представили здесь не только свое подворье, но и рассказали о традициях, привезли кулинарные блюда, свои сувениры. И, конечно же, всей большой многонациональной семьей устроили такой красивый праздник.
блюда понравились абсолютно всем. Вы знаете, между национальными подворьями, мне кажется, даже было негласное соревнование, а в татарском подворье нам сказали, что было приготовлено 99 национальных блюд. Наверное, это рекорд сегодняшнего дня. К сожалению, все мы их не попробовали, но вот глазами, визуально это было очень красиво и, я уверена, очень вкусно. Нужно сказать, что фестиваль развивается вот уже пятый год и создает свои легенды, свои особенности. Например, сегодня мы открыли арт-объект, и уже вот центр пирога, который символизирует дружбу народов, его нужно потереть, загадать желание. То есть, конечно, вот такие идеи, небольшие нюансы, особенности фестиваля, они создают особенный интерес. И мы уверены, что через несколько лет здесь будет много туристов, и буздякцы, они будут хранить вот эту традицию проведения такого замечательного фестиваля и ее развивать. У нас сегодня представлены около 7-8 двориков по разным национальностям, которые проживают у нас как на территории района, так и на территории Башкортостан. Они представили свою национальную кухню, национальные бренды, провели мастер-классы. Вот, очень всем все понравилось, это первое. Второе, мы, конечно же, поддерживаем единство, братство, жить в дружбе и согласии, к чему мы, в принципе, и идем по нашему многонациональному нашему району. У нас потому что проживает более 30 национальностей на сегодняшний день. Вот, такое мероприятие мы проводить будем ежегодно, мы его забрендировали на сегодняшний день, и поэтому с каждым годом будем масштаб увеличивать и двигаться вперед. Поэтому всем большое спасибо. И, конечно же, хочу поблагодарить депутата Государственной Думы Римма Амировну Утяшеву, которая непосредственно принимала участие, проявила инициативу. И благодаря ей тоже вот это мероприятие у нас проходит именно на территории нашего района. Еллар давамында Бәрішфес бейрамы Башкортостанда яшаучы түрлі милләтләрні, түрлі халықларны бірләштірә. Чөнки шушы мейданда түрлі ауыллардан, түрлі төбәкләрдән җыелышкан Башкортстан халықлары жиылыша, бірге бейрам етелер, бірге жерлилар, фикірләшелер, һәм үзләрінің шатлықлары білен де ұртақлашалар. Һәм сізге һәр Бәрішфестта қотнашқан. Біздің түркмен кардашыбыз Сапар Мұрат әфендібізнің де фикірләрін тәкдим етебіз. Иптәштәр, достар, кардашлар, бәрегізді бұдан бәйрем менен құтлайым, оңыштар хедіге. Бұл бек хәйбәт, бек керекле, бек шулай милләтләрді дуслаштырадыған, дуслықны бектетірген бәйремлердің біресе, шыңа көрі бәйремге байрам болсын. Бұл мәрте 5-ші мәрте, бұл соңы болмаз, 50 мәрте, 150 мәрте, кубка кетті, шулай бұздияка даже перескусный слушай. Вот такой бұздияк. Бәйремге келген халықны, халқыбызның сәнғат һәм мәдәниәт осталары да үзләренең чыгышлары белән шатландырды. Бәлеш бәйрәме, хорошая праздник. Отлично вообще. Вообще отлично организовали. Спасибо глава администрации, кто организовал. Вообще спасибо. Каждый доволен остается на этот праздник. Тем более вот Анвар Галиев, вот наш земляк, наш сосед Фелис Кагиров приехал с нашего района. Очень нравится. Довольны мы останемся. Довольный, конечно, я с соседнего района приехал, села Языково. Все понравилось, очень интересно. И то, что всякие конкурсы есть для детей, и кухни, вот эти всякие юрты, ну, очень классно. Шашлык попробовали, балыш попробовали, очень понравилось. Ты пойдёшь, я не
барбызда болашақтан ұк. Әнелері бізнің, қорт әнелері бізнің, нәнелері бізнің жылы құллары білен, әзірленген ашысулар білен тұқландық, әм шуларда тәрбиелендік. Әйінді бәліш халқыбызның башқа ашылары арасында ең юғары болғанларынан бірсі. Бәлішфест фестивалі вақытында түрлі мейданчықларда бәліш пішіру дәрісліклері ұздарылды. Хәм шул дәрісләрінің бірсі білен біз сізіні таныштырып кетәбіз. Здравствуйте, меня зовут Руслан, я шеф-повар базы отдыха «Легенда», и сегодня мы будем готовить национальное блюдо зурбалиш. Зурбалиш – это праздничное блюдо, которое готовилось по торжествам, когда собирались все родня, все близкие. Зурбалиш был сам поводом для того, чтобы собрать всю семью, чтобы пообщаться и вкусно поесть. Существует множество рецептов этого блюда, потому что это считается народное блюдо, каждый готовит по-своему, у каждой бабушки свой рецепт. И, наверное, любой человек скажет, что именно его бабушка готовит самый вкусный зурбалиш. Сегодня мы будем готовить, как по мне, классический рецепт из говядины, картофеля, лука. Тесто тоже делается разное, и я буду готовить тесто на кефире и маргарине. Так учил меня мой отец. Начнем с того, что смешаем где-то пол-литра кефира. Маргарин 200 грамм. Можно брать любой, какой вам больше нравится. Соли грамм 15-20. И соды. Сода взаимодействует с кислотой кефира, придаст пышность. Перемешиваем это все аккуратненько. Далее будем добавлять муку. Мука тоже подходит любая. Я взял высший сорт. Вымешиваем до плотного состояния. Как я ранее сказал, мы часто готовили зурбалиш всей семьей. Собирались все вместе, кто-то месил тесто, кто-то резал начинку. И в итоге у нас получалось прекрасное времяпрепровождение и вкусный ужин. Обычно тестом занимался отец, как я уже сказал, потому что он нам этого не доверял, мы пачкали всю кухню. Я, в свою очередь, занимался мясом. Сестренка чистила овощи и потом нарезала. Сейчас уже почти тесто готово. Соберется, и мы его оставим отдыхать. Тесто должно отдохнуть, чтобы белок от муки набух, и оно стало более податливым для раскатки. Все, почти все готово. Сейчас остатки муки соберу и уберем минут на 30 в холодное место. Ну все, вот наше тесто готово. Накрываем тряпкой, полотенцем и убираем. А пока тесто будет находиться в холодном месте, я приберусь на своем рабочем месте и начнем делать начинку. Ну а пока наше тесто отдыхает, мы переходим к начинке. У нас будет классическая начинка: картофель, лук и говядина. В старые времена готовили из круп также, и из других видов мяса можно готовить из полбы, из пшена, гречку даже некоторые используют, мясо любое, гусиное,
баранины кто-то кладет. Ну, мне нравится с говядиной. По весу где-то на наш пирог одинаковое количество картофеля и говядины, грамм по 700, и лука 300 грамм. Так как говядина у нас постная, я добавляю сливочное масло, чтобы не было сухо. И остается нам только добавить соль и перец, и все тщательно перемешать. Все режут по-разному, но так как время выпечки пирога часа 2-3, лучше резать крупнее, чтобы начинка не превратилась в кашу у нас. Ну все, все перемешано. Остается у нас самый ответственный момент – формирование зурбалиша и отправка его в духовку. Наше тесто делим на две части. Одно больше, одно меньше. Меньше будет наша крышка, больше основание. Выпекать будем на листе. Конечно, по старым традициям многие выпекают в советских старых сковородках. Можно также готовить в листе. Сегодня я буду делать именно так. Для этого мы берем пергамент. Рекомендую брать просиликоненный, потому что есть дешевый пергамент, к которому обязательно тесто прилипнет. Раскатываем круг. Он должен быть больше листа, чтобы с краев свисало тесто. Тесто полежало, стало податливым, не стягивается обратно, послушное, все как надо. Сейчас мы его примерим. Так, еще немного. Не бойтесь его передвигать, оно очень податливое, не рвется. Все, что-то похожее на круг получилось. Выкладываем. Немного можно растянуть. Далее раскатываем вторую часть. Если будет много теста, то верхняя крышка получится толстой. Так, тут главное, чтобы тесто не было перемешано. Если слишком долго его месить и добавить слишком много муки, то получится жесткое твердое тесто, с ним будет неудобно работать.
Также оно будет твердое при выпекании. Ну, все. Переходим к начинке. Выкладываем все в середину. Не боимся, что слишком много ее будет. Можно брать выше, мы все это закроем. Главное, чтобы начинка не попала на края, потому что они будут плохо защепляться. Так, накрываем наш пирог и начинаем защипывать края. Защипывать надо основательно, поднимая начинку вверх. Все лишнее тесто мы потом уберем. Вот у нас очень много лишнего теста получается. Потом будем делать косичку. Но если вы не умеете делать, можно просто хорошо защипать. Как я уже говорил, пергамент должен быть силиконовый, потому что если нет, то прилипнет к основанию, к низу. Ну, можно, конечно, вообще без него использовать, но это все будет зависеть от вашей духовки. Делаем косичку. Мы на финишной прямой. Выравниваем вверх. Ну, почти круглый. Вот, и самый ответственный момент. Делаем дырочку. Она нужна для того, чтобы потом добавить внутрь бульон. Попробовать готовность продуктов внутри. И чтобы лишняя влага уходила. Как можно контролировать, открывать крышку, закрывать крышку. Ну все, в принципе, отправляем в духовку. Наш балиш выпекался 2,5 часа при температуре 150 градусов. Теперь осталось его смазать сливочным маслом, чтобы тесто стало еще мягче и вкуснее. И можно приступать к трапезе. Как вы видите, это было несложно сделать, так что вы сможете его готовить для своих родных и близких. Приятного вам аппетита! Бір күні сүйікті пайғамбарымыз янына сахабалар келіп, сұрау берелер. Пайғамбар әфендіміз, біз ашыбыз, ләкін тоқланмаймыз, деп сұрау бергенлер. Сүйікті пайғамбарымыз оларға жауап етіп, бәлкі сіз айрым-айрым тоқланасыз, деп сұраған. Сахабалар әйткенлер, әйе, біз айрым ашыбыз. Шол вақытны пайғамбарымыз оларға, әгер сіз бірге көмәкләп тоқлансаңыз, сізнің оқшыларыңыз тұқлықлы һәм бәрәкәтлі болашар, дейді. Ғазиз кәрдәшләребіз, табыннарыңыз ұртақ болсын. Чөнки бірге яшау, бірге ашау, һәр бір ғойләнің бәрәкәтінің һәм Аллаһының рәхмәтінің бір негізідір. Бүгінгі программыбыз шуның белән тамам. Ашларыңыз тәмле болсын. Тормышларыңыз
жанлы болсын. Сау болып тұрғыз.